Всем привет, с вами Семен, а это Мафия 2. Мы продолжаем проходить эту игру. Записываю опять-таки подряд, поэтому там есть еще какие-то в комментариях что-то было написано, не читал я. Алло, да! Вита, ты готов? К чему? Похоже, я готов, ты меня разбудил. Если сегодня не срубим денег для Бруна, нам капец. Так, тем временем мы с вами рубим деньги для Бруна. 55 штук, а? Не знаю, но в кровати они точно не валяются. Это да. За хорошие бабки. Правда? Правда. Я заеду через пару минут, так что одевайся, бери пушку и жди меня снаружи. В машине все расскажу. Надеюсь, не одна из твоих блестящих идей. Эй, я не в духе. Прости, я не хотел на тебя наезжать. Ну ладно, ладно, так ты в деле? Я, да, нормально. Нет. Ты когда доберешься? Я звоню из оружейной лавки за углом. Буду у тебя через минуту. Хорошо, давай к заднему входу. До встречи. Мне просто интересно, у них вообще патронов хватает? Нет, это же дичь какая-то, блин. Ой, стул валяется. Дженна, дичь. Как так вообще? Дай-ка я немножко поправлю себе здоровье. Кока-колу выжру. В прошлой серии, опять-таки, была жесть, была жопа, был звездон. Убили, если ты смотрел, опять-таки, хотя, если ты не смотрел, не буду тебя спойлерить, убили... Сам знаешь, кого, опять-таки, если ты смотрел. А если не смотрел, посмотри, опять-таки, спойлерить и все прочее, тебе не буду. Так, свет выключи, пожалуйста, потому что, чтобы не жрало электричество, вся херня. Ну, пойдемте, ладно, пойдемте зарабатывать денег для Бруна. А, если что, иногда вот, даже вот, например, я вот вчера записывал «Мафию», и сегодня теперь снова сел записывать «Мафию», я могу не помнить события, которые там были. Я не знаю почему, но вот просто как-то так вот. Здравствуй. Нифига себе у нас тачанка. Эй, ты отдал ее под эту работу? Давай. Специально, блядь. За руль. У меня до сих пор башка гудит. Едем в Гринфилд. Да, вчера нажрался, что ли? Я тоже заснуть не мог, но бутылочка скотча и без проблем. Но бутылочка, если только залпом, блядь. Если только залпом. Судя по тебе, это тот еще звездон. Бляха, я как-то сижу неудобно. Отправляйтесь на Оук-стрит в Гринфилде, не разбейте машину. Это мне уже, блядь, просто специально пишут. Мы просто туда доедем, шлепнем одного и уедем. А, опять, да? Ну, понятно. Почему? Что, блядь, случилось? Эдди сказал, что из другого города. Незаконченное дельце. Он мне дал конверт с инструкциями. Сказал, все должно быть сделано чисто и непременно сегодня. Да, нихера. Черт, эта семья сама этим не займется. Эдди говорит... Постоим, послушаем на красном свете. Только-только нашли. Боятся, что если не поспешить, он опять смоется. Вот его фотография. А что он сделал? Вроде как сдал свою семью федералам. Нихера. Он, значит, заслужил. Нихера у нас болит Формула-1. Он был под программой защиты свидетелей, да? А если ее не сняли? Если и так, нам платят по нескольку штук, так что дело того стоит. А ну как скажешь. Послушай, нам же деньги сейчас позарез нужны. Подожди, но если тут работает программа защиты свидетелей, нам же жопа. Там же полиция, милиция, вся херня, все дела. Бляха, да, я проеду на красный, потому что грузовик. Я понял. Окей. Если увидишь Эдди, ни слова про вчерашнее. Нас там не было. Последний китаец, которого мы видели, лапшу продавал, понятно? Да, ты что, меня за идиота держишь? Короче, понятно, теперь мы от Эдди, так скажем, тайны. Тайны, храним тайны. Ибо нельзя. Ибо нам нельзя, ибо будет нам за это жопа та еще. Оп, видал, пролетели как. Видал, пролетели. Видал, повернули. Видал, развернули. Так, ну понятненько, разговора больше нету. Спокойно, блядь, побибикай мне тут еще. А если вот маленько прям царапну сейчас машину, это будет все уже звездон? Постоим, окей, на красном, чтобы он просто мне мозги потом не теребил за это и такие вот дела. Так, ну что, мы едем с тобой, нет? Давай уже поедем. Блять, я так по правилам не ездил уже очень давно, на самом деле, в этой игре. Ты вы куда идете-то, блять? Главное, мафия города идет вон на какой машине. Кстати, машина херня, мне она не очень нравится. Но типа похер.
Мне кажется, вот нам сейчас говорят, что типа не разбивать, вся херня, но мне кажется, при выполнении данного задания мы ее так расхерачим, что мало мама не горюй. И мало не покажется. И все вместе, короче. Так, наш любимый мост. Опять-таки. Зная Джо, мне кажется, Джо уже хорошо выучил меня. Мне кажется, он бы вряд ли строил маршрут по этому мосту. Но это потому что все. Каждая моя новая машина, проезжающая по этому мосту, очень сильно рискует. Рискует просто расхерачиться в лепешку. В такую лепешку, что это звездон. Вон, видишь? Блядь! Я машину не разбил. Она так и была. Она так и была. Ты видал, сколько дыма это было, когда я сейчас колесами вот нахерачил-то вот так вот? Оба-на, раз, и нормас. Видали? У нас тут гонки без правил. Хотя, конечно, их устраивают днем. Как он называется это? Стрит кто? Стрит рейсинг, во. По крайней мере, он так раньше назывался. Сейчас, может, как-то по-другому его называют. Это гонки без правил по ночному городу. Вот такая херня. У нас они только по дневному, блядь. Это нихера у тебя голос такой, да ладно, поехали. Че, блядь, шутить прекратил? Кто это? Здрасте, привет, привет, здрасте. Какой-то мужик. Мистер Анджело? О, так это! Да? Мистер Сальери передает вам привет. Серьезно? Так это то самое! Нихера! Это же первая мафия! Мистер Анджело как раз, вот это вот мем с приветом. И тут концовка трагичная, звездецкий. Так это они его убили, получается, да? Нихера? А что мне об этом никто не писал? Хотя мне кажется, об этом писали уж 100 000 раз, я просто не заметил. Ты, блядь, откуда вытащил этот автомат-то? У нас тут убийство! Объект вооружен! Ты откуда автомат-то вытащил, блядь? Сейчас оторвемся, не волнуйся. Он и правда был под защитой. Эти слави. Я же тебе говорю, ёбаную мать! Выходи из машины, дуришка! Беги! Беги! У нас потери, валите, урода! Джо, мать твою, что ты там сделаешь? Блядь. Тихо, спокойно. Где придурок этот? А он падает. Или кто? Или это не он? Это он. Дебил! Твою мать, иди сюда! Ой, дегенероид, ой, дегенероид! Это что, то самое? Это я-то думаю, что за херня? Мистер Анджело. Передают вам привет. Дробовик, выстрел. Первая мафия. Ну, в первой же мафии его... Анджел уже звали, да? Мистер Анджел, как его имя, я не помню. Отвези меня в Кингстон, ладно? У меня там машина. Ты, блядь, за тобой там... За ним там араба полицейский бежит, а вот, говорит, отвези меня в Кингстон. $3000. Неужели, наконец-то, починил Джефферсон? Побежали давай отсюда быстрей! Блять! В кусты! Чё, блять, не стреляй ни в кого, дубина! О, тихо, машина. Я извиняюсь, конфискация имущества, быстрая, скоро, я главный мафия города. У меня такие полномочия, я все могу делать. Я машину отдам потом. Все будет хорошо, не переживайте. Машину я отдам потом, сам гарантирую. Наверное, может быть. Блять, он как раз туда, он. Ну чё ж, делать нечего, поехали. Сыси, блядь, закрыто. Прикалываешься надо мной, что ли? Тихо. Блядь, давай тогда со всей дури въедем туда. Садись.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как раз полиция пришла. Так, сразу любимую радиостанцию мне быстренько включи. Ой, как раз полиция уехала, ой, как хорошо-то. Быстрее, пожалуйста, едем! Ничего, главная мафия города выезжает. А чё так все... Блин, я на самом деле не понимаю логику полиции местами. То она гонится за мной, то прошло 3 секунды, ей уже похер. Как так-то, блядь? Как так-то, говорю тебе? До свидания. Не, серьезно, а... Если уж гонитесь за мной, то гонитесь, конечно. Мне, конечно, это на руку... Без лишнего геморроя, но... Все-таки. Рост 6 футов, темные волосы, как ты, блядь, видишь, что это я-то? А, похер уже. Что-то как-то она вон медленно передвигается. Ладно, окей, я уже свалил, в принципе. Как никак не свалил, в смысле? Свалил я уже, все, уехал. Так что вот, если уж... Это мне опять-таки на руку, не без лишнего гемора, но все-таки... Это же нелогично, блядь. То я мимо нее проезжаю, ей похер, то я, блин, от нее за 3 километра она на меня уже все свои департаменты положила, направила, расправила. А куда мы вообще едем-то? Я чуть не уловил, на самом деле. Ты куда побежал-то? Здравствуйте. Я приехал. Эффектно. Было удачно добыть свою половину денег. Заезжай ко мне, когда закончишь. Ладно, до встречи. А, ну окей. Куда теперь? Блять, 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 баба, быстрее проходи! Баба, быстрее проходи! Быстрее, баба, проходи! Твою за ногу! Поехали, 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 поехали! Быстро, 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 быстро! О, блять, капот улетел. Притормаживаем, 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 поворачиваем спокойно, тихо, аккуратно, весело, приятно. Че, пролетаем просто вперед, отлично, там тоже поворотец. Блять, мужик! Блять, тачка! Блять, пожалуйста, вы можете от меня отстать? Что я вам такого сделал? Вы же рядом со мной до этого проезжали, вам было похеру! Вам было похеру! Ну ладно, окей, вроде... Ровненькая дистанция, ничего страшного, проедем. Просто на большой скорости от них оторвемся и дело с концом. Ай! Сука! Тихо! Ой, блядь! Как будто масляный проскочил. Да спокойно, говорю тебе! Блядь, машины расступились быстро! Ёб твою мать! Выходи из тачки быстро! Побежал, 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 побежал! Тихо, 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 тихо. Как перелезть эту дверь? Свали, пожалуйста, оттуда. Свали, пожалуйста, оттуда, ва, мужик. Убери свой контрол. Почему он не хочет перелазить туда? Блядь, бежит ко мне. Ладно, уходи отсюда, ва. Бежим. Блядь. Просто тупо пешком. Блядь, а там-то откуда? Как раз, блядь, госпиталь. Мне как раз сейчас понадобится... Пошли просто в госпиталь, зайдем, они от меня отвяжутся и все. Встань! Нельзя что ли зайти в госпиталь-то? Блять, нельзя. О! Мистер Анджело.
ходит здесь, похаживает. Даже на самом деле не пойму, кто по мне стреляет. Давай, окей, поехали на этой. Никогда, кстати, на такую не ездил. Полиции похер уже. Блять! Блять, как больно-то! Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Заводи быстрее свою шарманку! Тарарантан! Выруби нахер! Блять, что тут? Твою за ногу, забор! Беги! Пошли в переулок, быстрей! Беги вместе со мной, это не я! Твою мать, чем я занимаюсь? Да подожди, мужик! Отлично, все, свалили. Главное, без полиции, давайте, окей, без полиции. Блять, там тоже полиция. Везде полиция, твою мать. О, тихо. Там полиция, блядь, полиция, полиция. Тихо, 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 тихо. Ух, пронесло, ух, пронесло. Что так много полиции-то везде? Вон, тихо, машины, машины, быстро, 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 быстро. Потерял ключи, это моя машина, хотите, покажу документы. Элементарно потерял ключи. Где там Е-то? Быстрее. Блять, быстро. О, хорошо, вообще повезло. Почему опять? Описание. Да что ж ты будешь делать-то, брод, компот? Да откуда вы появляетесь-то постоянно? Только новая машина, вы уже где-то едете сзади. Бляха, подожди, надо развор... А, не, нихер, не надо! Вы что делаете, мрази? Вы же меня на убийство человека толкнули, я сбил девку! Ну вот, ну как вот по-другому их называть, а? Они меня въехали, чтоб я в девку въехал! Да, блядь, да он сам останавливается уже! Он сам хочет, чтобы я в тюрьму уже, блядь, наконец-то сел! Звездец какой-то, блядь. Он уже жаждет, чтобы я, блядь, в тюрьму просто сел. Сам уже меня толкает на это. Блядь, да быстрее же ж ты. 6 футов, темные волосы, худощав. Хоть без машины, на том спасибо. Херясно. Ой, блядь, звездон. Ой, звездон. Какой же звездон? Это просто машина уже сама, я и поворачиваюсь с этих кустов. Она хер что сделает мне. Она просто уже понимает, что мне уже в тюрьму, блядь, надо снова возвращаться. Идите нахер отсюда, блядь. Я доеду до этого места уже, до какого мне нужно ехать или нет. В конце-то концов уже, блядь, наверное, минут 10 я от них тут мансую по этим улицам, блядь. Уж слюни все вот вокруг летают. Все захаркал, блядь, все захаркал уже. Звездец! Спокойно, спокойно! Ой, бляха! Ой, бляха! Ой, звездон! Опять полиция, он едет. Проехал. А, она сверху проехала. Ладно. А чё ж ты, блядь, опять не начала описание 6 фунтов темные волосы? Я это, блядь, выучил как стихотворение на литературе, блядь. Сразу, моментально, вообще без всяких, моментально, сразу же. Эта линия сразу же набежала, блядь. Кобздец. А, все правильно, еду, отлично. Как ты, блядь, никуда не въебался-то? Ни туда, ни сюда. О, тихо. Спокойно. Блять, проворганил. Куда я еду-то вообще? Сити-порт? А нахера мне в сити-порт? А, этому бабло отдать? Сука, а если я хочу их сам себе забрать? У меня вон Джефферсон не чиненный, не миненный, не вообще не херненный.
как Джо хочет сейчас скрываться? Он там хер пойми где, один, блядь. Вито! О, здорово. Давно не виделись, кстати. Спасибо, что заехал. Я знал, что ты не подведешь. Я тогда не подведу. Фрэнк организует совещание с другими боссами. Он забрал почти всех моих ребят в охрану. И чё? Так что мне некого зарядить тут на одну работенку. Ящики таскать! Все равно не хотят работать. Что? Почему? Потому что ты уволил того козла. Эй, чёрт. Вита, другая работа подождет. Сначала поможешь там с этим. А в чем дело? Ну, этот бездельник неделю не выходил на работу. Типа он болен. Полная лажа. Ну, я его и вышвырнул. А теперь его дружки разозлились и грозят забастовкой. Надо появиться там с парой... Ёб твою мать! ...чтобы навели шухи. Придурки напугаются и думать забудут, как бы вставать. Плачу штуку баксов. Ну, конечно. Кто от таких денег откажется? Ладно. Делов-то. Стой рядом и делай морду кирпичом. А, Стив? Увидим. А нахера столько оружия, блядь? Не легче просто взять пугач, блядь, какой-нибудь с петардами и пальнуть воздух рядом с его башкой? Зачем так-то? Ёб твою мать! А вы, может быть, мне еще армию целую с вертолетом снарядите? На эти пару дебилов? Дебилы, хрен знает, что о себе думают. У меня с ними не в первый раз проблемы, блин. Знаешь, сколько их там? 3, 4, 10. Я-то откуда знаю? Ёб твою мать. Не, я просто... Зачем? Все зависит от того, убери. Как пойдут. Можно мне взять его снова? Не надо мне, чтобы вы там пасти разевали. И все поняли, какие вы тупые. О, блядь, куда ты побежал-то? Я не хочу их убивать! Проблема, парни. Возьмите большого Джона опять на работу. Тут я решаю, кто работает, а кто нет. А я вам говорю, что он уволен. Мы просто просим взять его обратно. У него семья, а ему нужна работа. Я уже все решил. Ну, что я говорил? Полегче, Винни. Мы хотим уладить семью. Миром? Мы день и ночь задницы рвем на жирного придурка. А если с нами что случится, он нас нахрен выкинет, как Джона! А ну сбавьте тон, молодой человек, чтоб я ни слова больше не слышал про этого дармоеда. Это кто тут дармоед? На беднягу ящик упал, когда он работал. На тебя! Ему обе руки переломало. Ну так это его руки, его проблема. А теперь марш за работу, пока у самих руки-ноги целы. Ах ты, ублюдок! Ёб твою мать! Вы меня начинаете доставать. Не нужно крайностей. Пожалуйста, убери. Вот именно! Зачем нам это? Я вот так не думаю. И как по мне, сейчас у вас большие неприятности. Так что, если не хотите искать работу, то чтобы через 10 минут все были по местам. Видишь, Вита? Только вопят и ноют. Вито? Ты же сын Скалеты, да? Твой отец часто о тебе говорил. Ты на него здорово похож. Но как ты можешь работать на этого мерзавца? После того, что он сделал с твоим отцом. И хера у тебя голос поменялся. Быстро. Не слушай его, Вита. Пургу гонит. Давай, пошли. Пургу гоню? Вита, этот мерзавец убил твоего отца. Что? Они просто пытаются тебя достать. Дерек. Эй, а можно пушку убрать, а? Ты спроси у него, как твой отец утонул в ту ночь. Мы видели, как они ушли со Стивом. А потом Стив вернулся один. Весь мокрый. А ну убери ствол от меня. Что случилось с моим отцом, Дерек? Ты сдурел, что ли? Ты кому больше веришь, мне или этим? Уже а вот хер работ... знает на самом деле, блядь. Мы с тобой давно знакомы, Вита. Подумай почему об этом. Почему ты был мокрый, Стив? Ты нырнул и пытался его спасти. Да потому что он не хотел. Закрой свой рот. Вита, ты дал клятву. Я там был. Верность семье важнее, чем верность родным. Скажи это моей матери. Мне его убить. Нет, не здесь. Мы ты-то, блядь! Разберемся. Ты меня разочаровал. Так ты грохнул моего очень отца, придурочный! Я тебя не просто разочарую, Дерек. Твой отец... Не сейчас. Я достану эту сволочь, пока он не сбежал. Пора проучить жирного мерзавца. Ёб твою мать, у вас-то это откуда? Неважно. Охуеть не встать, ёб твою мать. Ну давай! Да действительно, вы чё творите, это япона мать! Лишний ствол не помешает. Блядь, спокойно, аккуратно! Нахер! Нахер сказал, сука! А!
твари. А там тоже сидел, что ли? Я же его вроде убил. Так он, получается, сам завалил отца Вита. Отлично, хорошие шансы. Ну, твою мать, ну мразота какая. Ну-ка, быстро разошлись, быстро! Блять, у вас откуда стволы-то? Вы реально ёбнутый, зачем? Хотя я тебя уже сам стрелять не знаю, ладно, хер. Ой, пиздец, ладно, давай, поехали. Нахуй! Да блять! Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо-тихо! О, блядь, там еще машина приехала. У вас откуда столько народу-то? Или раньше вы все стрелять умели? Блядь, у меня же есть что-то другое, правильно? Вот у меня есть автомат, да, я вот возьму вот свой автомат. Хотя, блядь, это же не серьезная разборка-то по факту. Вон того хера надо завалить, он его правая, так скажем, рука. Ручище, я бы сказал. Да дебила кусок, да и все, блядь. За укрытием перезаряжаться надо, дубина. Нахер! Кто еще? Вон еще, сука. Блядь, да ты-то там откуда взялся? Ну-ка, вылез отсюда! До свидания. Автомат я, пожалуй, приберегу для реальных разборок, а не для просто вот этого, вот, блядь, дебилизма. Хотя это та еще тоже, конечно, разборка. Так, спокойно. Вот так-то. Я просто бы оттуда с дробовика не попал. Ой, блядь, тихо. О, перебежечка. А где сейчас остальные-то? Че, убили, что ли, народ? Вы что делаете-то, суки? А, нормально. Да умери ты уже, твою за ногу! Блять, ну реально! Ну вот, ну так игра хочет, я чё? Я бы там не стал никогда эту херню устраивать. Я бы вот этих вот двоих идиотов убил, вот этого вот жирного, как его зовут, я уже не помню, блять. И этого, вот которого сейчас завалил. Хотя, блядь, я бы... Да вот, это сейчас слова, не относящиеся к правде. Понятно все? Это игра. Опять-таки, дисклеймер помнишь? Молодец. Да пошел ты нахер, хуй мой. Да ёб твою мать, хватит. Да твою мать, беги! Суки, вот как же они меня задрали, это же звездон какой! Ой! Ой, блядь! А ты как тут сделался-то? Тихо, тихо! Умираем, походу, умираем! Конечно, умираем. Блядь, а как там работать-то тогда? Они лихо так меня коктейлями этими херовыми закидали, звездон! Блядь, серьезно! Твою за ногу! Разошлись! Вот именно! Вот этот мужик с усами прав! Зараза, вылез оттуда! Блять, какие же вы все-таки бронестойкие сволочи! Ну-ка, вылез! И улетел сразу же отсюда. Ну и суки, а ну вот не суки ли? Улетел. Улетел, говорю! Блять, какие же они все-таки реально крепкие, это же звездец. Я в него три раза дробовика пальнул, чтобы он сдох. А он тут поморщился. Охереть, башку дробь попала в голову, а он не упал. Звездец.
звездец полнейший, сука. Тихо. Ой. Здесь ты откуда взялся? Так, не попаду. Убил, нихера себе. Ну тут я что, сейчас в голову что ли попал? Да нет, конечно, блядь. Вот. Все люди-то, походу, реально померли. Ну как так, а? Вот вы убили ни в чем не повинных людей, сволочи. О, сука. Звездец вы, бронестойкие твари. Да как так-то, твою мать? Окей, хорошо, поехали. Ты неужели, блядь? Неужели? Неужели? Это же жесть какая-то. А, стоп, вот так вот. Поехали. Я с них патроны соберу. А, у них Томпсоны. Серьезно, у них Томпсоны были? Ладно. Так, подожди-ка, дай-ка я через верх зайду. Можно же через верх зайти? Блять, ну конечно, чего я ожидал на самом деле? Чё это? Ай, блять, не могу, конечно. Ну а как же? Пошли сразу наверх, короче. Блять, ну... Короче, вот наверх, отлично, потому что здесь есть дверь, мы ее за... там просто... А, там же сейчас... Ладно, отлично, окей. Хорошие шансы. Давай вмажем жирному ублюдку. А, ну так вот, собственно. Я думаю, вырежу это, потому что нет, чтобы смотреть два раза на одно и то же. Это несколько, не то, что два раза, даже три раза на одно и то же. Тихо. До свидания, нахер! Уже вот видишь, разобраться со мной решили, суки, тогда были вот Вита, не слушай его, он тебе пургу гонит. Да пошел ты нахер, помнишь со своей ошибкой, блядь, мудила. Уди нахер оттуда. Блядь, да звездец какой-то, я попал ему в ключицу, наверное, да во все, во все, что есть, а он не сдох. Че сказал, сука? Тихо. Ой, блядь. Это мужик, это этот. Упал, так это он был. Я всю жизнь старался не повторять ошибки отца. А теперь оказалось, что я его гоню сюда, блядь. А теперь что оказалось? Я наконец узнал правду. Да и смерть Дерека помогла решить еще одну проблему. Ну, он его повалил, да. Сука, как же вы мне достали, а, уроды? До свидания. Где там еще был? Блядь, сколько их там еще-то? Трое! Прям ко мне идут твари. Два мудозвона прям ко мне сюда херачат. О, тихо. Улетел! Кто еще? Блять, давай вон того уберем побыстрее, потому что он меня достал уже. Где он? Все, один остался. Сюда иди, мразь. Где он? Бля, обидно будет. Упал, падла. Обыщите кабинет Дерека. А я знаю, что ли, где кабинет Дерека-то? Так вот он. Я в его кабинете. Я в его кабинете спрятался. Забрать 27 тысяч долларов для Бруно. Ей, понома. Взять деньги. Йо. Угу. Кажется, я нашел пенсионный фонд Дерека. Да, нашел. Вот сука. Вот сука какая. А вот...
На самом деле, я о нем не сказал, что он, конечно, мразь. Не, конечно, сказал бы. Потому что все так или иначе мразоты. Мне дверь-то кто-нибудь сегодня откроет, нет? Тут как-то кнопка какая-то есть. Что нужно сделать? Для Бруно. Ничего, их всех типа облопатить? Сколько у меня всего денег? А, 25,9938. А, тут по-любому у кого-то есть еще. У коктейли Молотова, блядь. Серьезно, есть коктейли Молотова. Хера себе. Грабьте магазин или угоняйте машины для для бруски. Бля, серьезно, я не хочу. Вот грабить магазины, вот это серьезно последнее, чем я хочу сейчас заниматься. Можно я это как-нибудь через окно, блядь, выйду или как-то еще? То есть сейчас просто тупо свободная ходьба. Ну, серьезно, сейчас просто, судя по всему, свободная ходьба. Просто ходишь, грабишь, занимаешься херней. Мне бы, блядь, выйти отсюда. Как отсюда выйти? И можно ли, блядь, вообще... Так, погоди, ну там вот у Дерека в кабинете есть окно. Может, через него попробовать вылезти? Ну, типа... Нельзя. А, как-то вот так. Вот это, конечно, заняло очень мало времени, но все-таки заняло. Дальше мы сами справимся. А как же копы? Да, могут быть проблемы. Но все свидетели поглянутся, что это была самооборона. Тебя тут не было. Отлично. Тогда удачи. Бля, спасибо, мужики. Мария Иосиф, да поможет вам Бог. Мужики, спасибо. Вот серьезно. Вот кто же знал, конечно, что, конечно, понимаешь... Сволочью здесь могут быть все, то есть ты понимаешь, очень много слова понимаешь сейчас было. Сволочью здесь просто могут быть абсолютно все. Просто кто есть, блядь. А грабить магазины это как? Я не хочу. Вот я ей-богу не хочу грабить магазины. Ну давайте, ладно, делать особенно нечего. Грабьте магазин или угоните машину для бруски. Я бы лучше, конечно, машину угнал, но куда вот ее везти, я на самом деле немножко не понимаю. А, для бруски-то это вот сюда вот. Бляха, куда же это? Магазин, ой, блядь, Джузеппе. Джузеппе это отмычки. Джузеппе это отмычки. Погоди, куда же ехать-то, чтобы машины-то... А я забыл совсем. Типа свалка какая-то, наверное, да? Квартира Джо. Магазин оружия, бар. Почему вот она не отмечается здесь? Гарри. Сюда, что ли? Да вряд ли. Что это такое? Свалка бруски, вот! Мне нужно на свалку бруски. Поехали. Потому что, конечно, грабить магазин-то будет быстрее, но я этим заниматься не хочу. Блять, опять полиция, что ты будешь делать, а? Да в рот компот! Мне б так разворачиваться, как им! Поехали. Да мне, собственно, наверное, на один заход это съездить-то. Потому что у меня почти... Сколько не хватает? 2000 не хватает всего лишь. Так что вот. Да, наверное, вот эта машина и будет стоить этих денег. А может, так скажем, и себе на чай останется. Ну как на чай? На починку этого. Бля, давай приостанем маленько. Твою за ногу, а! Поехали за мной! Вообще, моментально просто!
Видал? Вот это развороты, бляха. Так, тем временем я, кстати, почти приехал. Блять, быстрей, 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 быстрей! Блять, не успел, ладно. Хера, что полиция постарались, и все. Ну так я бандит, конечно, херой бы мне. Чё со мной делать-то еще? В кого-то въехали там. Тихо, спокойно, 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 спокойно. Я бы, конечно, рискнул туда переехать, но мне кажется... Это, блядь, как? Блядь, едьте, 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 едьте! Не хереньте, не изменете, блядь, беги! Беги по дороге, Просто так взяли и завалили, блядь. Просто так взяли и завалили. Кажется, я нашел пенсионный фонд Дерека. Так, тут больше никаких всяких херов-то нету, надеюсь. Можно сюда? О, спасибо большое. Десант, блядь. А вот так прям, да? Мать, блядь, вот как-то вот... Все равно, вот ты, хоть и вот это все, вот это все. А вот как-то так себе, понимаешь, вот вроде вот и мужик был, типа вот один из тех, кому можно доверять, а оказался сволочью. Хотя, понимаешь, здесь у нас такие реалии, что никому нельзя доверять, по сути. Даже, блядь, толком Джо, потому что, ну, мафия же все-таки. Мафия, херафия, преступление, хераступление, полиция, херица, так что, перестрелки, херострелки, так что, все. Все, звездон, звездон, дебилистика, пиздец. Так что, вот. А, может быть, конечно, за грабеж магазина я бы и больше сейчас выручил, и быстрее бы это все было, но я не хочу просто элементарно этим заниматься. А, я лучше уж машину спизжу, чем магазин ограблю. Ну, серьезно. Блять, ну и полиция, как на грех, он там. Ладно, окей, быстренько переедем. Почему до сих пор набегает так? Ну, все нормально. Вот, все нормально. Будем надеяться, что там светофор их еще подольше подержит. Ой, блять, а вот тут-то не подержит, а вот тут-то мне звездон. А, не, нихера. Блять, проскочил уже мимо двух полицейских машин. А вот мимо этой не проскочу, это, блять, последняя моя будет. Блять. Как можно так сделать, а? Во-во-во-во-во! Подержи их! Спасибо, помощник мой, блядь! Прям в них, блядь, въехал. Вот ты понимаешь, вот сейчас там надо от полиции держаться подальше, мол, скрываться и все такое, так скажем, залечь на дно, а я, блядь, прям в полицейскую машину въехал. Везение, блядь, овер дохуя. Звездон. Серьезно, это... Вон полиция, туда и приотстанем чуть-чуть. Тихо. Приотстанем, говорю, маленько. Блять, она едет как раз туда, куда мне нужно. Ну ладно, хорошо, потихо. А, нет, ну, отлично. Спасибо большое! Блять. Блять. Ой. Да куда ж ты едешь-то, сука? Да тихо, говорю тебе. Оп-оп-оп-оп-оп. Да. Куда? Опять этот высер грузовика рядом со мной проехал. Да давай без полиции, пожалуйста, без полиции. Ну, мне интересно, дадут за эту машину. Ну не, она хорошая, она почти не коцанная, вообще нигде никак не значится. Ай, блядь. А, мне... О, повезло. Ой, как везет-то. Ой, как везет-то, блядь. Как везет-то. Я сразу говорю, вот везет, везет. Сейчас раз перед носом прям появится. Ну, это же, блядь, я тебе говорю. Так, здравствуйте. Вот я вам привез машину.
куда? А, блядь, вот сюда вот. Вот, я угнал машину для тебя, чувак. Эй, Вито, как дела? Я машину. Работу ищешь? Прости, для тебя ничего нет сейчас. В смысле, блядь, а машину посмотреть нет? Или мне её в пресс загнать? Вообще в пульте наверху. А сколько я получу-то за это? Блять, если мы сейчас в холостую просто так скатались, я не хочу так делать на самом деле. Я это делать не хочу. А, получил, окей. Блять, как мало-то. А, ну типа окей, еще одну машину надо. Вот так вот это вот. А типа если я вот это вот себе пригоню... Похер, да? Ну, типа, она же тоже взломана, типа, она же вот угнанная. Блядь, она такая красивая, на самом деле. Ну, нет, у меня, так скажем, Джефферсон уже есть. Суберт Беверли. Ну, Беверли так Беверли. Ох, нихера себе! Нихера себе! Она вообще, вот эта машина в идеальном состоянии. Гнала ее 300 миллионов лет. Мне вообще осталось очень совсем мало получить-то, и я уже все. Я уже заработал денег. Что, получу, нет? Получил, окей. Сколько? 2688. Ну вот будем вот такими вот маленькими шажочками передвигаться к цели. Че, тут нету поблизости еще никаких машин-то. Ну ёб твою мать, ну как-то все никак-то. Как-то все вот так-то. Ну вот тут же рядышком что-то же должно быть. 100% что-то должно быть. Вон, конечно, миллион машин стоит. Миллион машин стоит. Тут, короче, если чем, можно просто сюда приезжать и зарабатывать тупо деньги. Ну серьезно, тут можно просто приезжать и зарабатывать денег. Так, тут машина очень красивая, отвратительная какая-то. Давай быстрее, пожалуйста. Раз и нормас. Раз и нормас. Это моя машина. Ну, потерялись ключ. Это, блядь, что сейчас такое было? Это что сейчас такое было, ёб твою мать. Идеальнейшее состояние машины. Вот идеальнейшее. Не знаю, а куда они пропадают потом вот отсюда, вот их же, блядь. Просто вот зарабатываем деньги, вот тупо просто зарабатываем деньги, блядь. Ну вот сейчас-то же уже должно хватить, да по-любому уже сейчас уже хватит нам денег, 100%. Всего 27 тысяч. А, 27 500! Ты чё, охерел, что ли, блядь, совсем? Блять! А ты тут как появилась-то? Хера себе. Так, мне потом бы на чем-то надо обратно домой еще доехать. Не домой, а. Для этого, блядь. Для Бруно или для кого я там деньги-то зарабатываю? Ой, блядь, ты куда? Да что ты делаешь-то, твою, за ногу? Вот прикинь, прошло вот сколько лет, а вот этот чувак не постарел вообще просто ни насколько. Вот Бруска вот это вот. Бруски, Рус, как его, блядь, зовут? Нихера, ты смотри, надрифтил как. Надрифтил. Ну сейчас-то все. Все. 27500. Вот, отлично. Вы собрались за денег, отправляйтесь к Джо. Блять, можно мне тут какую-нибудь машинку по-быстренькому подкинуть, я чтобы на ней просто элементарно уехал? Чтобы я на ней просто элементарно... О, могу пистолет достать, могу перезарядиться. О, могу быстренько его убрать. Рискуем, бляха. Рискуем. Могу опять пистолет достать. Могу убрать.
А у меня пистолет один или какой-то еще есть? Один пистолет. Было, по-моему, несколько. А, у меня же потом оружие-то все забрали, точно. Ну, еще машинка. Можно на такси проехаться. Можно на такси проехаться. Алло, дядя, подвезете меня? У, да ладно, она закрылки. Такси! Такси! Я таксист, ну просто элементарно потерял ключи. Просто, да. Таксист в таком вот смокинге. Таксист в смокинге. Вот так вот. Так, а что у меня до сих пор маркер-то стоит? Убери его. Да, богатый таксист. Да, попался богатый пьяный клиент. Пьяный бизнесмен попался, просто чемодан у себя с миллионом долларов оставил. Я себе их сразу и квартиру купил, и костюм. И вообще, в принципе, все. Спокойно, бляха. Я таксист, я ваш коллега. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Понял. И вот и где она потерялась? Где потерялись? Понятливые-то особенно, блядь. Звездец. О, блядь, что-то отлетело. Ну, типа, денег я заработал. Главное, чтобы честно, эти деньги у нас не отжали. Главное, чтобы эти деньги сейчас у нас не отжали элементарно просто. Ну, благо, что хоть до Джо здесь ехать не очень далеко. На том спасибо, как говорится. Блять, кто тут встал-то? Ты что здесь встал-то? Алло, коллега, блять. Да ядрить твою. Я все уехал, меня нет. Бляха, местами они, конечно, очень быстро разворачиваются. Мне бы так научиться, на самом деле. Вот серьезно. Здрасте, блядь. Профессию поменял. Был мафиозником, стал таксистом. Был мафиозником, стал таксистом. Откройте дверь быстро мне. Блядь, Джо, можно я что-нибудь у тебя пожру? Потому что у меня вон хпшки. То, что вы мало, но не то, что вы прям совсем 100%. Здравствуйте. Джо не было дома. Сперва я подумал, что он просто опаздывает и пошел перекусить. 2 часа спустя Джо так и не пришел. Темнело, я начал волноваться. Пора было его искать. Ага, вот так вот прямо. Прям вот так вот. 6 часов спустя. Ты что, у него возле двери просидел 6 часов? Может, Джо встречается с Эдди в Соколе? В Хиросоколе? А что все зеленое-то, блядь? Ничего, тошнит. Ладно, когда на этом закончим. А, слушай, серию продолжим. Если вам понравилось это видео, то вы можете подписаться на канал и смотреть другие мои ролики. В описании ссылки на все PlayStation игры и на рубрики. Там же ссылки на все мои соцсети, а также написано расписание выхода роликов. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, а также нажать на колокольчик. Всем пока!